Добрый день! Здравствуйте! С праздником вас! С Днем славянской письменности и культуры! Сегодня с вами актриса театра и кино Валерия Ланская и актер детского музыкального театра «Домисолька» Арсений Путь. По традиции мы собираемся на Красной площади, чтобы петь вместе всей Россией. Скажи, Арсений, а ты впервые выступаешь на Красной площади? Да. Я вот жутко волнуюсь, а ты? Очень. Мои друзья пришли меня поддержать. Ой, как здорово! Давай поприветствуем их. Где же вы, друзья? Привет! Как же это здорово, когда друзья поддерживают. Школьная дружба, у каждого есть воспоминания, общие интересы, книги, фильмы и, конечно же, любимые песни. Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача, песня о веселом ветре из кинофильма «Дети капитана Гранта». На праздничной сцене учащийся хорового училища имени Свешникова, солист детского хора России Игорь Карпов. Ваши аплодисменты! Дирижер, народ!